Давно это было, когда уже никто и не помнит. Одолел однажды благодатную землю змей огнедышащий, спрятал в горной пещере кувшин с водою живой, а землю выжег огнем, не осталось на ней ни кустика, ни травинки. Перестали доиться коровы, кобылицы и козы, не стало на земле молока. Матери не могли накормить детей, у стариков не было целебного кумыса, а воины лишились силы, таящейся в молоке. Услышал об этом богатырь, легендарный Урал-батыр. Сел на коня и полетел, словно птица, на помощь людям и животным. И началась битва. Наша зовется молочной страной.